Передача взятки под камерами сотрудников ФСБ. Возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины, которого подозревают в покушении на мошенничество с причинением ущерба значительного объема. По данным следствия, 10 марта мужчина рассказал знакомому, что может поспособствовать прекращению уголовного преследования в отношении его отца. Услугу он оценил в 200 тысяч рублей. Через несколько дней злоумышленника задержали в рабочем кабинете с поличным, с деньгами на руках. Расследование дела продолжается.